Привет, друзья! С вами снова Джин и канал CryptoCar, посвященный различным играм и другим проектам. Сегодня мы снова продолжим изучение крутой новинки для всех любителей идол игр и блокчейн проектов Immortal Racing 2. Это продолжение легендарной Immortal Racing 1, и я расскажу вам, как можно зарабатывать в этой игре, также про участие в крутых событиях и как получать щедрые награды. Вы не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Immortal Racing 2 это не просто продолжение, а реально улучшение по всем параметрам. Игра готова ворваться в мир геймеров с новыми возможностями. Улучшенная 3D графика, расширенная боевая система и возможность пассивного заработка. Теперь ресурсы можно зарабатывать даже в офлайне. А участие в плановых войнах и метастратегии с огромным количеством комбинаций навыков это просто космос. И что самое важное, эта игра разработана компанией Planetarium, которая уже зарекомендовала себя как лидер блокчейн-индустрии своим прошлым проектом Nine Chronicles. Кто не знает, то Planetarium — это Web3-платформа с открытым исходным кодом, которая нацелена на GameFi-индустрию. Как раз их новым продуктом и является Immortal Racing 2. Инвестиции в размере 32 миллионов долларов только подтверждают серьезность проекта. А теперь самое главное, как получить бонусы и заработать на старте игры. На сайте CryptoRank Планетариум сами подтверждают свой airdrop и указывают социальную активность. И предлагают они сделать все то же самое. Зайти на сайт Immortal Racing 2, зарегистрироваться, выполнить миссии, получить как можно больше орбов, пригласить как можно больше друзей. И за каждого реферала вы получите по 10% от заработанных орбов. Действуйте. Итак, я расскажу вам о трех крутых событиях в Immortal Racing, которые проходят с 13 сентября по 3 октября. Вам необходимо поделиться своими лучшими комбинациями навыков в Twitter, объяснить их и приложить скриншоты, при этом используя хэштеги, которые указаны сейчас на видео, чтобы увеличить шансы на победу. Награда — это 50 победителей получат по 22 тысячи самоцветов. Третье событие началось сегодня и будет длиться до 31 октября. В течение 5 дней подряд в Discord будут выкладываться коды. Вы можете найти эти коды абсолютно в любом месте, использовать эти коды и получить за это 5000 самоцветов. Вы можете использовать только один купон, один раз, только для одной учетной записи. Друзья, также хочу поделиться с вами информацией, что платформа ImmutableX ежедневно раздает по одному гему каждому, кто заходит к ним на сайт. Также на сайте у них очень много различных интересных активностей, в том числе игр. В том числе здесь, как мы видим, есть активность по Immortal Racing. И суть ее сводится к тому, что вы получите дополнительно 50 гемов за то, что вы пройдете, зачистите локацию 2.20 в нормальном уровне. И сделать это нужно до 31 числа. Я считаю, что такие возможности упускать не стоит, потому как на этой площадке вы получаете всего лишь один гем в день, если вы не холдите на балансе Immutable X кошелька определенного количества токенов EMX. То есть, если вы их будете холмить, за 20 токенов вы получаете 3 гема в день, за 100 токенов 9 и за 1000 токенов 16. Плюс вы можете получать эти гемы за выполнение различных заданий в различных играх. Поэтому welcome, действуйте, не упускайте возможности. Планы у Immortal Racing 2 просто грандиозны. В сентябре стартовал глобальный запуск, в четвертом квартале мы увидим TGE, Genesis Mint. Следите за обновлениями, потому что впереди нас ждет много новых событий. И, конечно, все участники будут получать награды и бонусы. Я же в своей игре продвинулся на 20 левелов. Пока что дальше осилить не могу. Но во вчерашнем видео я не показал некоторые нюансы. А именно, Battle Pass. За выполнение различных заданий получаем еще дополнительные бриллианты в Battle Pass. Также в Skill Dust Pass забираем все. Ого, 111 тысяч заклинаний. Так что важная, важная заметка. Также вчера не указал, что тут есть шрайны. Шрайны — интересная штука. Увеличивает атаку, здоровье, пробитие магии и оружием. Также защита магии и оружия.
Ну, максимум, что без рекламы здесь можно докачать до третьего левела. Дальше она останавливается. Чтобы решить эту проблему, необходимо зайти в магазин и приобрести отключение рекламы. В таком случае мы сможем дальше прокачать шрайны. Без этого, конечно, пока выхода не нашел. И третий вариант, который я упустил, это прохождение Goblin Vault, Cursed Armory, Forgotten Library, Rift of Trails. То есть данжи, которые мы проходим, мы за ним получаем бонусы. Причем здесь могут попасться что угодно, хорошие вещички и не очень. Так. Вот такие вот крутые новости, ребята. Если вы хотите присоединиться к миру Immortal Racing 2, зарабатывать токены, участвовать в битвах за власть, не теряйте время. Регистрируйтесь прямо сейчас, пригласите своих друзей, получайте кучу наград. Ссылки на регистрацию и все полезные ресурсы будут в описании. Не забудьте подписаться на канал, чтобы всегда быть в курсе новых возможностей и событий. С вами был Джин. До встречи в новых видео. Пока.